Я, Дмитрий Чубашенко, кандидат нашей партии на пост президента Республики Молдова, принял решение отказаться от участия в так называемых телевизионных дебатах на телеканалах Prime, Публика, Канал 2, Канал 3. Я принял это решение по нескольким причинам. Во-первых, телеканалы Prime, Публика, Канал 2, Канал 3 принадлежат олигарху Владимиру Плохотнюку, который для нашей партии, для меня лично, является главным врагом на этих выборах президента. Под руководством Плохотнюка Молдова оказалась захваченным государством, власть в Молдове была узурпирована. Здесь установлен преступный режим, который занимается грабежом и коррупцией. Я, как журналист, много лет критиковал такую власть, и я не хочу быть подельником, соучастником этой власти даже в формате телевизионных дебатов. Вторая причина заключается в том, что телеканалы Prime, Публика, Канал 2 и Канал 3 с утра до вечера занимаются ложью и клеветой. Они оболванивают людей, они промывают людям мозги, они занимаются манипуляцией и фальсификацией. Я не хочу приходить на эту фабрику лжи. И третья причина в том, что каналы Prime, Публика, Канал 2 и Канал 3, каналы Плохотнюка, развернули кампанию клеветы и очернительства против лидера нашей партии Рената Усатова. Ренат Усатый является моим доверенным лицом на этих выборах, и в знак солидарности с ним я отказываюсь идти на телеканалы Плохотнюка. Я уверен, что большинство сограждан меня в этом поддержат.